Мы находимся сейчас в Grand Location, это отель Семигорье. И сейчас у нас будет рум-тур. Заходим в помещение. Это вагончик, да, вагончик, вот, контейнер, называется, морской контейнер. И сделанным вот таким вот красивым, вроде как, ремонтом. Помещение делится на две части. Одна часть – это вот такая вот большая, можно так сказать, гостиная, прихожая, зона отдыха, спальня. Все здесь вот такое зонирование. Кровать большая, подогреваемая. Дальше, какой момент тут еще идет? Жалюзи. Нет? Жалюзи. Что я делаю? Во, пошло. Жалюзи пошло вниз. Так жалюзи пошло вверх. Вот, будем баловаться с утра. Дальше поехали. Осматриваем, что нас встречает. Нас встречают тапочки. Тапочки, которые идут в подарок. Мне можно, пожалуйста? Сейчас тебе тоже выдам. Одну секунду. Тапочки, кстати, в хорошем качестве. Это не какой-нибудь дешман. Таких можно будет потом и дома походить еще. А что, в подарок? Деньги уплочены. Классно, все, тапочки могут. Все, теперь следующие тапочки. И мусор. Мусорка сзади. Что мы имеем еще здесь, так сказать, в гостиной? Два кресла. Пока еще не сидел, но по виду вроде бы, наверное, удобно будет. Помещение. Если мы говорим про то, чтобы не замерзнуть, потому что у нас на улице сейчас еще снег лежит, кровать с подогревом. Дальше там наверху у нас кондиционер. Он, по-моему, выключен сейчас. Но, во всяком случае, помещение здесь тепло, даже немножечко душновато. Возможно, придется открывать дверь для того, чтобы пустить немного воздуха. Следующее, что вас встречает здесь? Ну, чайник, все дела. То есть плиты нет, мойки нет. Ну, короче, кухонных принадлежностей как таковых нету. Ну, здесь в плане того, что вы придете, будете со своей едой. Так. О, а это наша еда. Пришлось немножечко ее припрятать. Здесь у нас пледы, халаты, полотенца. Закрываем. Ну, ключи одни. Нам двоих и не надо. Дальше. Да, кондер. Управление кондером. Это что у нас? Мини-бар, между прочим. Да, холодильник просто. Ну, холодильник, мини-бар. Все, что хочешь, можешь сюда поставить, короче, холодить. Так, проходим в следующее помещение. Санузел. Здесь и умывальник, и туалет, и вполне добротный душ. Все есть. Есть шампунь, есть гель для душа. Все хорошо, все красиво. Дальше. Ой, хлопнул, извините. Полотенце. Не знаю, сколько там должно быть. Какому классу отеля? Здесь все нормально, по два. Нормально. Не туда? Сейчас поднимаем. Все. Теперь светло стало в туалете. Дальше. Зубная щетка сразу же. Что еще из приятного? Зубной порошок. Полотенчики вот такие. Стаканы. Фен. Очень многие страдают, что где-то нет фена. Тут плохой фен. Здесь испытаем, ужасный, что с феном. Фен, хоть видеть с собой. Так, фен. Ну и теперь самое главное. Вот такой вот выход у нас есть на крышу. Но это не просто крыша. Это еще и бассейн. Сейчас мы его откроем. Поскольку зима, он немножечко закрыт. Я же даже про него забыла. Бассейн и джакузи. Думаю, что мы там будем делать в этом внизу? Да, здесь самое основное, что здесь есть, это природа и джакузи. Наверное, только из-за этого было выбрано это место. Ну, конечно. Будем испытывать здесь, ну, все функции есть. Гидромассажи, потом просто пузырики, кому нравится. Да. Стемнеет, наверное, будет красиво. Подсветка. Вот там вот отель Семигорье. Здесь Волга, спуск к Волге. Вокруг никого нету, то есть здесь в радиусе, вот если в ту сторону,
вот в ту сторону. Там вот Семигорье, но до него надо еще 100 метров идти. А в ту сторону, а ничего камера там работает, нету. Интересно? Вон там. Я думаю, что да. Мы все равно будем под присмотром. Под колпаком. Нас все увидят и узнают. Тут жопы свои. Да, тут, пожалуй, не пошалишь. Для этого все и сделано. Все, пока это закрываю. Нет, нет, подожди. По температуре, кстати, вода прогревается до 28 градусов. Правильно же я говорю? Да. Не ошибаюсь. Да. Вот, так что мы будем сейчас в тепле. 25. Ну. А будет 20. Ой, а будет 25. Вот, так что чуть попозже мы обязательно занырим. А пока на этом все. Рум-тур закончен. Будем кушать. Все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока. Все, можно все громить.